человек, альхамдулиллах, у него будет баракат, он будет чувствовать некую простору, ширину души вот этой. Баракат в своей религии, в своей семье до тех пор, пока он не постигнет на честь, имущество и на кровь, на жизнь другого человека. «Ла язалю л-му'мину фи фусхати мин динихи ма лам юсаб даман хараман», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек будет жить в просторе своей религии до тех пор, пока он не постигнет на жизнь другого. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам то, что три вещи, они неприкосновенны по отношению друг к другу. Честь, имущество и жизнь другого человека, кровь. Поэтому не должен один народ возвышаться над другим народом. «Ла ясхар каум мин каум». Может быть, тот народ лучше, чем этот народ. Аллах Субхану ва Тааля нас назвал верующими братьями. «Иннама аль-му'минуна ихва». И тот, у кого остался вот этот национализм в душе, в сердце, от него есть запах джахилии. И тот, кто гордится в первую очередь, не то, что он верующий раб Аллаха, мусульманин, а то, что он такой-то, такой-то нации, такой-то национальности, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть он схватит, фалиад, пусть он схватит, сказал, саллаллаху алейхи вассалям, за орган своего отца, и не переносите, а говорите, как есть, сказал, саллаллаху алейхи вассалям, достоверный хадис. Поэтому, уважаемые братья, мы верующие мусульмане, мы должны хорошо относиться друг к другу. Ни в коем случае не посягать на один народ, на другой народ. Ни в коем случае не посягать на жизнь. Ни в коем случае не посягать на имущество, на честь. А быть верующими братьями. И в конце хотелось привести еще один хадис. Очень сильный хадис. И здесь семь вещей. Саб'аль мубикат. Известный хадис. Семь вещей, которые губят человека. Уничтожают человека. Которые грехи, не просто грехи, а мубикат. Великие грехи. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا سبع الموبقات استرنيتесь убегайте себя от семи губительных грехов. قيل يا رسول الله وما هن, صحابы спросили, о посланник Аллаха, какие же эти семь губительных грехов? قال الشرك بالله, первое это предавать Аллаху سبحانه وتعالى сотоварища, второе السحر это колдовство, وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق посягать на жизнь другой души человека, кушать имущество сироты, посягать на имущество сироты, также кушать, то есть давать деньги под проценты, брать их под проценты, риба, убегать с поля боя, и обвинять целомудренных верующих девушек в прелюбодействии. ولسائر المؤمنين من كل ذنبه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.